старый такой аэрофлотский анекдот, когда молодой второй пилот приходит в отряд, его закрепляют за уже старым таким пожилым командиром, который там всю жизнь летает, ну и они работают. И второй пилот видит, что перед каждым взлетом командир достает из кармана ключ, открывает, читает, открывает, ну, значит, выполняет взлет. Перед посадкой тоже самое, перед снижением. Достал, открыл, прочитал, положил, снизили, сели. И так изо дня в день. Вот. Ну и значит, он спрашивает: Иванович, что у тебя там за это? Справочный материал. Он говорит: ну это моя памятка, она так мне помогает. Я потом, когда на пенсию ходить буду, тебе одна, может, пригодится. Ну так они год, другой, третий летают. Приходит время командиру ходить на пенсию. Ну и там на отмечание этого события второй стоит, подходит, говорит: Иванович, ты мне обещал свою книжечку. Он говорит: кто? Мне вопрос достает, говорит: ты жив. Всю жизнь не служил, а тебе пригодится нужно. Второй открывает, читает. На себя вверх, от себя вниз. Летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не блажь, ни чей-то каприз. Сварщик должен ловить, кто-то должен шить тапки. Если вор своровал, сыщик должен искать. Лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки. Техник должен технить, а летчик должен летать. Ни копать, ни стрелять, не размазывать масло. По холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать в ясный день и в ненастный, и еще по ночам, когда хочется спать. Вдохновенно ворочить, кто-то словом на дело его вдохновляет. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен был бы считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрекнет. Каждый делом своим должен, мол, заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать, по возможности классно. И тогда будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз.